Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси и The Dog Father. Всем привет. И мы продолжаем играть в игру Outlast 2 или Outlast 2, и мы спускаемся в город. А находимся мы на роли Game Online. В общем, в прошлом месте, где мы вышли, там мы продолжаем наш путь, и наш путь будет очень тяжелым, потому что я большая сыкушка. Ну, как бы со мной Саша, я думаю, мы справимся. В общем, идем дальше. Ну, для зрителей, наверное, стоит посоветовать выключить свет, включить наушники и погрузиться полностью в игру. Блин, ты, кстати, выключил свет? Тихо. Да не бойся, я с тобой. Морально. Тихо, тут... Что за херня происходит вообще? Это ты дебил ногами своими? В общем, приплясывает. Да, чечет. В общем, ребят, Саша не слышит звук, к сожалению, но он потом обязательно посмотрит все на видео, поэтому он как бы обосновывается на моих, как бы, скажем так, эмоциях. Ну, картинку ты, я смотри, вижу. Велосипед. Да, велосипед. Нет, обратите внимание, я могу приближать. Короче, вот эти ноги, которые у меня, вот эти вот ноги, они меня высаживают очень сильно. Тихо. Господи, что... Попробуй зайти. Что же происходит? Удержите, чтобы открыть медленно. Вперед, чтобы медленно открыть. Ага. Ладушки. Хорошо. Ага. Нормально, так куклы. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Hey. Hey, man. Oh shit. Oh shit, you're. It's just happened. Мне кажется, он устал. Так. Моя дорогая милая Элли. Я не могу вынести того, что мы сделали. Я не могу больше быть вдалеке от наших малышей, поэтому я решил покончить с жизнью и надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставлю тебя одну. Да простит меня Господь. Этот последний грех. Я знаю, мы должны были принести их в жертву, но моя душа разрывается, и я больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы сможем снова быть вместе, если только Господь не обречет меня гореть вечно за этот грех. Пока же я надеюсь, что в руках папы Нота ты нашла утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой Том. Ты посмотри на свои руки. Ну, да, маникюр давно не делал. Так, там как-то сфоткать можно было, блин, Саш, ты... Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Причем здесь... А, вот, крушение, вот куда мы можем посмотреть. Смотри, мы что-то пропустили. Ты бачишь? Да, что-то надо было снять. Блин, ну... Что, вернемся, что ли? Не будем. Да, что-то... Да, я думаю, не будем возвращаться. Давай сейчас посмотрим. Не, ну ты посмотри на его руки. Так. Клавиша Space. Угу. Ну, это типа то, что... Если ты, мол, дебил, не можешь прочитать с бумажки, тогда ты прочитаешь, типа, в электронном варианте. Ладно, это понятно. Там батарейка была, я, кажется, видел. Где? Слева. Еще. Вон. Светится что-то. Саш, ну ты глазастый. Да, я такой. Блять, ну звуки, как будто кто-то в хату зашел. А что тут у нас, картошечка есть? Есть картошечка? Короче, выходим отсюда. Там еще одна дверь. А я могу эту закрыть? Да. Вот так вот. Ясно? Теперь я тут, блядь, ну, теперь я тут хозяин. Блядь, что это было? Блядь, там кто-то точит, Саша. Ёб твою мать. Блядь, ран, нига. Беги нахуй, беги отсюда. Господи, это что-то... Я не хочу играть в эту игру. Слышишь, Саша, я не хочу этого делать. Соберись, тихо, соберись. Тихо, кукусики. Там, короче, там кто-то только что стучал в эту дверь. Я туда не по... Я туда не пойду.
Нет, давай я сейчас буду... А, блокируют. Ну, все. Ну, хорошо. Я не застал. Я бы зашел, но там просто блокируется. Блять, батарейка садится. Обалдеть. Слушай, а может... Что-то довольно быстро, кстати. Да. Что, поменяем или нет, еще рано? Нет, нет. Пусть. Еще видишь, там 30%, 20 где-то. Так. Ладно. Что это было? Я не знаю, они где-то говорят, типа, жертва, плод, жертва. Короче, я упал на землю и ползу. Я думаю, это самый лучший вариант. Смотри, коровы, короче, да, или что это? Лошадь какая-то. Да, мертвая, птица. Короче. Ну, плоть, жертва, плоть. Мне кажется, они про тебя говорят. Я не знаю, ну как-то, короче... Не знаю, я буду ползти. Я считаю, это самое... А если что, куда бежать? Я, конечно, буду туда бежать, куда-то. Мне кажется, лучше вернуться и в самолете сгореть. Хорошая, кстати, идея. А почему он не может факел соорудить? Так, чтобы заглянуть, удерживать IQ... Куда заглянуть-то? Я не хочу никуда заглядывать. Мое сильное волевое решение. Ладно. Господи, я аж испугался. Он так руки прислонил к окну. Вот эти? Да. Что-то я заглянул и никого там не вижу. А по идее должен был, да? Ты... Может быть, ты вперед пойдешь, что ты топчешься на одном месте? Подожди, мне сказали заглянуть, соответственно... А вот смотри, подожди, слева что там? Еще, вот здесь. Там двери есть или что? Да. Может, туда заглянуть? Не могу. Нет, заглянуть явно нужно сюда. Мне кажется, в тот, там, где вот... А в окошке, короче, там, где свет в окошке. Где свет, да? Да. Нам туда заглянуть. Заглянуть и увидеть какую-то хрень. Я лично... Я не хочу, а я лично пинаю так. Я буду заглядывать, я закрою глазики, как бы. Ты посмотришь и скажешь, что там. Так, сейчас, ладно. Мы все-таки мужики взрослые или нет? Сейчас я... Там... Там кто-то стоит. Да, там кто-то стоит. Как бы на этом наши полномочия все, я думаю. В принципе. И мне кажется, он явно нас увидел и... Там еще кто-то стоит. Где? Саша, пора... нет, это дерево. Смотри, что-то... Пора перегружать камеру. Что-то мне страшно. Я не знаю. Я считаю, что мы должны сделать сильное волевое решение. И войти в дом. Нет. Не настолько сильное, не настолько волевое. Я хотел сначала заглянуть сюда. Вот сюда хотел заглянуть. Что мы, в принципе, сейчас с тобой сделаем. Нет, не так. Тетя, я хочу заглянуть. Тетя. Я ничего не вижу. Ну и ладно. Так, может, на камеру надо снять коровку мертвую, нет? Фу, блин, чуть не обругался. Ну и потом по звукам обязательно ты услышишь. Я бы лопату это взял. Смотри, ты видишь, как реально он руками машет, типа, видишь, ему типа не нравится. Да. Не нравится ему. Какой привередливый. Нет, это там что-то такое? Все-таки лежит. Чья-то пяточка, смотри, пяточка чья-то. Явно. Явно чья-то пяточка. Короче, мне эти шаги, мои же, они меня очень сильно высаживают, если честно. Может, это просто нога? Смотри. Добрый день. Так, поехали дальше. Блять. Давай я сразу перезаряжу, короче, на всякий случай. Вот так. Что тут можно сделать было? Причем обрати внимание. А, спрятаться. А. Прикольно. Смотри, можно, короче, Е или. А. Даже так. Понял прикол? Понял. Короче, можно в дырочке смотреть или. Или. Жить в этой бочке. Да, я бы тут остался навсегда.
Так вот можно один раз поднять и... Ага, и камеру можно так вот чик-чирик делать. Ладно, выходим. Так. Там кто-то есть, да? Да, в этом здании типа дверь дернулась. Я предлагаю сделать вот так. Попробую в окошко посмотреть, что там вообще. Сейчас. Не все так сразу. Там такой звук, как будто кто-то сексом занимается. Я, конечно, могу ошибаться. Это, наверное, их не местный поп какой-то, мне кажется. Ладно. Что, заходим? Постучим? Попробуй. Ну чё, тук-тук, мазерфакер. Сразу закрываем. К чёртовой матери. Ага, вот так вот можно сделать. Опа. Вот это мне нравится. Насколько я помню, в Outlast 1 можно было помимо шкафов под кроватью прятаться. Здравствуйте. Все, я понял, как оно работает. Так. Поднять листик. Фоткаем, типа. Ну, я сфоткал, не знаешь? По-моему, да. Посмотри на камеру. Да, сейчас. Я это положу. Сейчас сделаю вот так и будем смотреть камеру. Так. Find Lynn. Nothing matters, but Lynn. Дорогой отец. Да, сейчас. Значит, посмотрим только текст. Дорогой отец, наш возлюбленный Бог продолжает благословлять мои видения. И я уверена больше, чем когда бы то ни было, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отмывала полы в комнате Даниэля, когда в меня вошла благословенная музыка и направила меня на путь истинный, где я увидела создание, похоже на горящее солнце со внутренними рядами зубов на зубах, свисающими ниже ног, которые я приняла за руки, но которые были членами, готовыми к зачатию. Блять, что я читаю вообще? И это чудовище солнца сошло вниз, трахнуло землю и дало жизнь великому горбатому ужасу из огня. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться, и увидела, как много лет назад ослепляла Даниэля щелочью и пыталась поплакать, но не смогла. И когда я проснулась, то была мокрой от похоти, болезненно желающая ощутить в себе мужчину, и это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением. Ужас похож на радость в движении Бога, но мне было больше помогло ощущение твоего мужского начала во мне и неистовая молитва о том, чтобы Антихрист задохнулся в моем чреве. Блять, что вообще самое верное из твоего стада в священном возжелании, Лиза? Господи. Аж шишка встала. Да, блять, сейчас пойду стены ебать просто. И посмотрите свой правый кран, чтобы использовать батарейки. По правому карману. Не хочу ничего какие-то. Давайте, короче, выпускайте, все. Пошли искать Лизу. Где она? Сейчас я в чреве ее сейчас там все сделаю. Как надо. Ты этот Night Vision отключи. А, да. Бинтик, в общем. В общем-то, попался-то. А что тут нельзя? По карманам. Ага. Вот, о чем я и говорил. А как это сделать? Ну, ляж там, я не знаю. Думаешь? Как ты ложился? Ага. Буковка С. Кстати, ребят, кто не знает, буковка С ты ложится. Хорошо, ладно. Ну, я думаю, мы тут с этим закончили, да? Можно отсюда выходить. Я на всякий случай сразу на камере включу Night Vision. Ну что, ну пошли, короче, что мы взрослые пацаны, как бы, да? Давай, да. Опа. Мне все время такое ощущение, как будто ты сейчас откроешь дверь, там кто-то будет стоять. Саша, я сам, если честно, очень жду, но никак не буду дождаться. Но я думаю, кто ждет, тот дождется, правда ж? Так, ну, я думаю, тут ничего нас не ждет.
типа, тут все понятненько, да? Что-то как-то стрёмно. Что-то как-то да. Тут лошадки мне эти нравятся. Очень. Я просто боюсь, этот чувак, помнишь, стоял с мачете? Он же где-то здесь стоял? Ну да, он сюда ушел. Оп. Сейчас мы сделаем вот так. Тут вроде чисто, да? Вроде да. Ой, это ша бояться, короче. Саша, тебе 45, мне 85, чё мы бы... Подожди. Мы что-то снимаем. Что там хоть? Так. Tragedy wall. Стена трагедии с колючей проволокой. Я чувствовал напряжение кожи. Кто-то смотрел на меня. Слушай, брателло, давай на тебя никто не смотрел. Как бы на этом, да. Ну, короче, шо мы это? Нельзя постучать сюда? Нельзя. Ладно, идем дальше. Это полная задница. Ну, я согласен. Может, там кто-то из-за стены смотрел? Не знаю. Как мне пройти эту хрень? Попробуй в окно. А, да, там же окно, типа, можно открыть окно. Блять, ну, вообще-то не... Ёпта мать, что это было? Ты видел, что это было? Птица какая-то. Фу, блин. Или летучая мышь. Фу, ничего, сердце не остановилось. Как мне в то окно грёбаное пройти? Может, закрыть окно? На некоторых дверях есть засовы, которые можно использовать, чтобы заблокировать... Да? Он заблокирован, ну и хорошо. Что-то тут темно. Какие-то, смотри, кости, что-то какие-то кукуруза. Кровь. Чисто теоретически. Мы смотрели за эту дверь через окно, правильно? Смотрели. Там ничего-то было, там ничего не было. Поэтому что с делом открываем. Ой-ка. Нормально все, 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 нормально, все. Смотри, везде этот тип страшный. Обрати внимание, везде этот страшный тип, который что-то... хочет от нас. Нет. Ну, он типа местный. Ну, пастор, да, местный. Пророк. Так, ладно, тут ничего такого нету. Я думаю, открывать не будем, да, или будем открывать? Попробуй. Она заколочена, по-моему. Да, она заколочена. Кстати, у нас садится батарейка. Отлично. Шикарно, шикарно. Так, ладно. Разблокировать и открыть или просто разблокировать? Давай постепенно. Я тоже думаю, давай мы сначала просто разблокируем. Так. Так, тут точно нигде нету, короче, батарейки. Ты не видишь? Нет, не вижу. Ну что, я думаю, надо выходить и как бы брать... А, тут светло. Тут весело и светло, и... Сейчас мы так хоп. Все, идет сохранение. Ребятки, и я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, потому что игра очень страшная. И я играю, потому что мы с Сашей хотим вас порадовать хорошим контентом. Хотя вы на нашем канале никогда не бывает. Но мы стараемся. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И это был Rolly Game Online. С вами был Росси и The Dog Father. Всем большое спасибо. Комментируйте. И мы будем по возможности продолжать это прохождение. Да, это страшное прохождение. Всем пока.